Дмитрий Нагиев, который временно заменяет проходящего лечение от коронавируса ведущего Александра Маслякова, покинул сцену в самой середине игры во время записи в Театре Российской Армии. Как сообщают СМИ со ссылкой на присутствовавших в зале очевидцев, в игре принимали участие команды «Доктор Хаус», «Могилев», «Те самые», «Ставрополь», «Красный Лис», «Владивосток», «Ники Пишуй», «Нур-Султан» и сборная города Егорьевска. Примерно через час после начала игры был объявлен конкурс «Биатлон». И вдруг Нагиев неожиданно со словами, как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой. Ни черта не видно, ушел со сцены. Некоторые подумали, что Нагиев совсем уйдет из эфира. Но ведущий объяснил, что отсюда совсем не видно участников и, наверное, поэтому Масляков никогда не смеется над происходящим на сцене. После этого Нагиев расположился в зрительном зале и продолжил вести программу уже оттуда, присев рядом с редактором игры, который вел подсчет набранных командами баллов. Впрочем, затем Нагиев вновь поднялся на сцену и завершил программу уже на привычном месте ведущего. Также очевидцы сообщили, что вместо Юлии Гусмана в жюри сидел Александр Ревва. Связано ли отсутствие Гусмана с болезнью, неизвестно.